Новая дорожная разметка повысит безопасность на кировских дорогах. Об этом сообщили в администрации города в ответ на многочисленные жалобы водителей. Напомню, кировчане жаловались на отсутствие разрывов в линиях, которые до появления новой разметки позволяли поворачивать налево. Например, при заезде во двор. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры пояснили, что новая разметка выполнена с учетом требований ГОСТа и согласована с ГИБДД. В администрации также подчеркнули, что сплошная разметка направлена на снижение рисков возникновения ДТП. При этом на перекрестках повернуть налево по-прежнему можно, а если нужно заехать во двор, специалисты рекомендуют доехать до ближайшего перекрестка и там развернуться. Данное мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств при продвижении по улицам города Кирова выбирать безопасные маршруты движения, осуществлять развороты и повороты на перекрестках и в тех местах, где это не запрещено дорожными знаками и дорожной разметкой.